Ну да, это самое основное. Значит, мы перешли к локтевым техникам, да, и продолжаем их делать. Вот, провели, ну давай, сейчас сначала согрей чуть-чуть. По-быстрому. Вот, остановились здесь, простучали. Если во время стука отдает в поясницу или 5+1, да, то значит там подозрение на грыжу. Так, в принципе, здорового человека все нормально. Почему мы стучим именно туда? Потому что вот я забыл на вот этой схеме своей показать, что справа у меня есть только эти с этим брыжем. Есть, да? Где-то тут, но правее. Правее, но сюда вот либо вправо. Да? Вот здесь. Или здесь. Туда, больше, чем больше. Жены, да, да, там и здесь идет. В принципе, видно, вы если так вот посмотрите, да, вот на человека. Как вот прицел. Оси, да? Как прицел по оси. Вот да? Здесь вот смещено, да, вправо вот это место. Нет, не смещено, а то, что вот этот вот мышечный бугорок, видите, больше. Мышцы больше напряжены, нагружены. Слегка они беспокоят, не сильно. Да, значит, они спазмированы здесь. Ну, тесты мы потом будем проходить. Вот, крестец я нарисовал такой треугольничек, да? И вот это вот место у него, это вот получается, я называю камень преткновения, да? Вот схема это нарисована про мясо, а теперь про кости. Значит, все, что растет выше, да, скелет, мы все декомпрессируем вверх. Да? Ну, и голову там тоже вверх. Все, что ниже, мы декомпрессируем вниз. Это получается депрессия. Вот что мы сейчас, собственно говоря, и будем делать. То есть, когда мы сучим в таз, мы декомпрессируем поясницу, да, растягиваем ее. Когда мы ведем руку вот сюда, мы вдоль позвоночника, видите, вверх поднимаем, все время вверх. И давление у нас тоже вверх, желательно вот туда, вперед и под 45 градусов вниз. Когда мы подбиваем остистые отростки, вот, мы тоже даем вверх, получается. Декомпрессия вверх. Растерли его. Ягодицу, квадратные мышцы, с широчайшей мышцы спины, она вот отсюда идет, вот туда, крепится к руке, да, вот она такая широкая. Ее можно вот растянули мы по ширине, да, и подняли, растянули и подняли. И трапецию, вдоль роста мышц трапеции. Потом параллельно. Растерли. Ну, нам тут больше уже не растирание важно, да? А важно вот скручивание. Вот мы как бы больше. Как разминание идет уже. Да? Скручивание. Разминание, оно на мышце. Растирание на кожу. А вот такое давление это вот уже на кости. На суставы и связки. То есть мы пытаемся вот сегменты позвонков вот так вот немножко друг относительно друга расшатать. Вот для чего мы вот такое делаем движение. И теперь пошел прием, ставим лодочки у причала. Вот причал, остистые отростки не трогаем, лодочки у нас идут руки, так внедряются в тело и расширяются. Да?
это не массируемо так далеко, да, а именно вот только вот на этом уровне, на уровне реберно-поперечных сочленений. Вот здесь оно идет. Здесь их нету, соответственно, тут мы просто растягиваем квадратную мышцу. Внедрились и растянули. Уперевшись с этой стороны в подвздошную кость, с этой стороны в плавающие ребра. Дальше пошли вот эти уже сочленения, и мы их на выдохе. Хрустнуло немножко, да? Пока нет. То есть стараемся их как бы разжать. Это вот мы нарисовали лодочки, да? Теперь прогремел выстрел, пошла регата, яхт. Первая яхта прошла, заметил шлейф воды, да? Волн. Вторая пошла, третья пошла, четвертая. Плечо и шею растянули. То есть, условно, вот эту часть мы разделили на 4 части. Раз, два, три, четыре. Потом делим на 3 части. Потом на 2 части, потом на 1 часть. Вот раз, выдох, еще раз выдох. Предупреждаем человека дышать вместе с нами. 2 части теперь. И еще раз выдох. 1 часть. Растягиваем максимально. И помогаем себе ладонями. Вот видите, бочину я еще дополнительно растянул. И теперь ставим руки вот так, чтобы локоть, вот этот, да, предплечье, руки, та, которая опирается на базис, она опиралась на косточку крестца, подвздошной кости и серединку крестца вот тут. Получается вот такой по диагонали. Если попробуете, вот тут прям такой вот упор есть. То есть вот так она ложится за эту кость, за эту цепляется вот так. Вот, поставили ее. Она оттягивает, соответственно, таз вниз. Второй локоть обошел позвонки, остистые отростки, да, с этой стороны. Уперся. И раскачиваем человека в противофазе. Левая рука ходит против правой. Вот вверх, вниз, видите, они идут на расширение. Только эта рука, она как бы движется, декомпрессируя вверх, а эта упор оставляет, держит вниз упор. Еще раз показываю, вошли и... Вот та рука даже не скользит. Видите, она качает именно кости. Кость уперся, качаю таз. Следующий вход. Мы вошли обоими руками, обоими локтями уже даже за пределы позвоночника. Да? И рука у нас будет упираться в подвздошную кость. Одна, а вторая растягивать вверх. И весь тело у нас пошел вверх. Это уже реберно-поперечное сочленение пошли. Пошло воздействие. Еще раз показываю. И можно немножко там понажимать. Свою голову используйте как маятник. Выдохнули. Все эти приемы, естественно, на выдохе делаем. Нормально, вытерпи. Далее переходим работать к лопатке. Но об этом мы расскажем в следующем видеоролике, пока не забыли. Повторим все это на живой натуре.